Успей уплатить. Собственники автомобилей, недвижимости или земельного участка должны уплатить налоги до 3 декабря. После этой даты уже начнут считать пени. Лучше произвести оплату, как только придет сводное уведомление. Есть граждане, которые до сих пор не получили сводное налоговое уведомление. Это может произойти в нескольких случаях. Ну, во-первых, когда у гражданина нет объектов налогообложения, соответственно, налог ему платить не за что. Второй случай, когда сумма налога она не превышает 100 рублей. В этом случае уведомление не формируется и, соответственно, не направляется. Ну и третий случай, когда гражданин является пользователем личного кабинета. Пользователям личного кабинета сводные налоговые уведомления направлялись непосредственно в личный кабинет. И Почта России, соответственно, не направлялись. В эпоху технологий уплатить налоги можно, не выходя из дома, через мобильное приложение банка по уникальному штрих-коду, который печатается на платеже, а можно и по старинке. Во-первых, можно сделать это классическим способом, то есть распечатать платежный документ и оплатить по нему в любом кредитном учреждении. Во-вторых, это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика. В-третьих, это можно сделать через онлайн-сервис «Заплати налоги». Четвертая возможность – это через терминалы банков. Потом еще такая возможность через портал госуслуг. Но там только в части оплаты задолженности, к сожалению. Как правило, налоговое уведомление направляется в сентябре, а по закону не позднее 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налогов. Садном Ирданеев, Валерия Каратуева, Александр Лупсанов. Новости дня.